Привет, мои маленькие любители гитаризма. И сегодня мы с вами разберем песню группы Синдром Восьмиклассника «Петля». Значит, в песне три базовых аккорда. Это С, А, Е, ну, или Е. Следовательно, значит, гитара у меня настроена в Д. Это шестая, как четвертая. Значит, я вам покажу самый простой вариант, как ее сыграть, если вы совсем новичок. То есть опускаете в дроп D и начинаете с нот C, A, E. Это самый простой вариант. Ну, если обычный, то... Далее, когда мы идем на припев, мы играем первые два аккорда те же самых, за исключением третьего. То есть это все тот же Е, но в высокой позиции. Значит, идем дальше. Уже ближе к концу песни мы натолкнемся на палм-мьют. Но тут вообще легко. То есть начинаем с тех же нот. Опс, не то. Понятно, да? То есть можно даже на одной струне, чтобы не заморачиваться. Третий, открытая, седьмой. Значит, дальше что? После палм-мьюта у нас дальше пойдет такая фишка. То есть мы играем все как обычно. То есть мы идем на ЕМ, потом на Г. Заканчиваем нотой B. Е, Г, А, Б. Ну, собственно, и все, вся песня. Тут не добавить, не прибавить. До новых встреч!